Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Мир Юрского периода. Так, сезон завершен, и мы с тобой собираем награды. Так, ДНК. Рамфоринг. Две штучки, окей. 260 очков доверий. Так, слушай, дай-ка я вот это вот закрою. Достанет ведь, а? Вот это вот. Все. Фух. Тишина и благодать. Ну что, забираем с тобой колодочку. Так, что у нас тут? Условия слежения за солнцем. Окей. 15 очков доверий. Ну давай рекламный еще возьмем. Так, и здесь нам ДНК выпадает. Плюс аргентинозавр. Ну и 15 очков доверий. Все. Здесь что могли забрали. Так, тут у нас за открытые наборы. Купите билеты в розыгрыше. Где я эти куплю, эти билеты? Молодец какой. Меню схватки. Так, без ограничений, друзья мои. Монстры биокупола. Вот это, пожалуй, я. Воу. Так, против сумчатого льва у нас пойдет амфицион. Нет. Нет, 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 нет. Вот этого возьмем. Так, сюда мы поставим с тобой синтета Цератоса. И против Дедикуруса мы возьмем с тобой Келлинкина. Отлично. Слушай, я думаю, что здесь пройдем. Даже если он будет сейчас меняться. О, неплохо. 149, давай-ка врежем ему, этому сумчатому льву. Мне кажется, он будет меняться сейчас. Или... нет, меняться будет. Хотя нет, смотри-ка. Отважный, отважный, ничего не скажешь. Сделаем так. И... и защиту. Минус. Так, следующий у нас. Элосматерий явился. Оу, щет, 249 к атаке. Это... это больно. Это больно, но у нас выходит синтета Цератос. Ну что, ребята, три атаки и он готов. Раз, два, три. Ну давай, давай, давай. На. Так, Дедикурус сейчас выйдет. Так, ну ему придется потратить две атаки. Это как минимум при его-то трех очков действий. Ну, ему крышка. Келлинкин его ушатает. Ведь так? А ну-ка, сколько у нас Келлинкин? Оу, 320. Ему за глаза. Все. Даже его защита это не поможет. Ну что, первый поединок очень даже неплохо у нас получился. Но там будет еще один. Так что давай посмотрим. Кто там на этот раз нам выпадет? Так, 40 ДНК в копилочку. Фуроракус. Ну, против Фуроракуса мы сразу ставим с тобой мамонта. Эрисматерий. Против Эрисматерии ставим Уртинотериум. И против гигантского оленя... хм. Против гигантского оленя нам надо брать амфициона. Все, ребята. Думаю, сейчас... что-то типа того получится. Нифига, у нас 314 атаки. Вот поэтому хлыщу Фуроракусу. Ну давай звезданем, я не против. Давай, мамонт. Так, остается у него всего лишь 89 хп. Я сомневаюсь, что он будет меня бомбить. Он, скорее всего, поменяется. Эриматерий, да? Еще и ударит. Это ты зря, парень. Вот это ты зря. Так, меняемся. Слушай, ему крышка. С удара, просто с удара. Так, ну что, Фуроракус выходит. Что он будет делать? Меняется. Зря. Ой, чучело, зря ты поменялся, а? Слушай, а зачем мне его? Давай, наверное, так и продолжим бомбить его, да?
На тебе. Ну что, Фараракас, далеко не убежал. Вот я до тебя и добрался. Ну все, ребята, крышка им. И победа, как говорится, будет за нами. Давай. Две защиты не помогут тебе, парень. Все. Упал такой, как игрушечный, да? Ну что, а теперь остается забрать награду и смотреть, что там дальше будет у нас за события. Так, крутим рулетку. И... да ладно, серьезно, что ли? Вау. Друзья мои, ну вот это круто. Это же у нас такой есть один, по-моему, да? Или их уже у нас стало два? А тут прокачанный первый или... Так, это надо смотреть. Дай-ка я гляну. Так, мы, кстати, можем с тобой этих же соединить вдвоем, насколько я помню, да? Включить. Нету у меня, к сожалению, стабакинских. Так, а может быть, у нас эволюция произошла здесь? А-а. Она не завершена. Продолжаем тогда, продолжаем, друзья. Так, здесь заберем награду. Здесь тоже. Так, подожди, что-то тут слишком много монет, как по мне. Это все надо собрать дело. Так, где тут еще-то? Ага. Нет, это не то. Еду. Еду мы тоже забрали. Так, 96 бакинских. А нам нужна суточка, да, получается? Ну все, вроде бы. Так, большинство денег собрали с тобой. Я так и не понял, у нас прокачанный вот этот вот. Да не ты, господи, ты. Сейчас, 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 сейчас глянем. Вот он. Какого он уровня у нас идет? Ну, я так и думал, ребята, 20-го. То есть он уже у нас прокачан один раз. Ну, ничего страшного. Будет еще один, да, такой же? Пускай 10 уровня, но он все равно мощный. Так, смотрим дальше по схваткам. Что у нас есть? Птерозавры. Битва за выживание. Так, это захавчик, да? А что вот это такое? Гарантированно. Анкилозавр. Ну-ка. Стегозавр. Так, а чё я парюсь-то? Мы же здесь можем сделать с тобой, знаешь как? Например, возьму сфенокадона и тропиогоптера, да? И все, ребята. Блин, надо было не так делать. Надо было не так сделать. Здесь на самом деле халява. Так, ну что, мы его с удара выносим, да, получается? Ах ты, нет, не с удара, у него еще останется немножко здоровья. 4 единички осталось. Ну, я думаю, ты догадался, что надо было сделать, да? Надо было взять, например, сфенокадона, а вместе с ним взять самых-самых-самых первоначальных летунов, там, какого уровня, там, 10-го, там, 1-го, 2-го, 5-го. А я взял тропиогоптера. Зачем? Я его только потратил на самом деле здесь. Ладно, ничего страшного. Так, давай переходим с тобой на следующий поединок. Смотрим, кого здесь нам дадут. Блин, когда мы перейдем с тобой на 47 уровень, а? Суперзавр и пара зауралов. В общем, здесь можно проще сделать. Возьму... астрофикозавра. Да и вот, например, велоцирапторов. А, тихо. Так же не прокатит? Нет. Нужно птерозавра. Говорит, две штуки. Как минимум. Ну, давай возьмем джунгариптора. И вместе с ним пойдет кетса.
Их, в принципе, не жалко потратить, поэтому я их и взял. Угу, суперзавр. Атакуем сразу же. 92 здоровья у него остается. Смотри-ка, ничего не стал делать. Интересно. Все, клишка. Пара за Уралов выходит. 3 очка действий, да? 52 атаки. Ну, молодец, молодец. Половину здоровья отнял. А теперь моя очередь. На тебе. Все, друзья. Легко и просто. И последний у нас поединок остается. Я не знаю, наверное, придется еще за хавчик драться. Раз уж нету никаких режимов пока. Так, ну здесь можно сделать слабенький, да, наверное, будет. Так, погоди-ка. Что-то у меня тут. А вот велосираптор. 565 атаки. Я думаю, его за глаза. Возьму кетсу. И возьму еще одну кетсу. Вот так. Написано было два птеродактиля взять. Я взял. Птерозавра, точнее, да? Сколько там у нас? 324. Блин, все равно оставляет немножко ему здоровья. Скалозавр, тебе ничего не светит здесь, даже не думай. Но хвост, конечно, у него мощный. Так, две атаки. Вырубаем. И выходит опять шумозавр. Проверочка. Все, крышка ему. Ну, я считаю, было очень даже легко. Грубо говоря, халявные вот эти победы. Потому что нам дают, извини меня, возможность выбрать птерозавров. И помимо этого еще, ух ты. И помимо еще, к ним мы берем с тобой динозавров-хищников, которые рвут просто травоядников. $100, ничего себе. И анкилозавр. Ну, неплохо, я считаю, 100 бакинских. И 325 очков доверий. Да ладно, я теперь могу, друзья мои, получать анкилозавра в магазине за ДНК. И это хорошо. Все время меня эти монетки смущают, так и хочется на них покликать. Так, ладно, заберу сейчас это все. И смотрим, что у нас тут еще. Каких-то два события. Но я вижу, только за еду подраться нам можно. Только для обычных. Так, Диплокаулус и Пеликанимим. Ну, здесь все, наверное, будет легко и просто, потому что... Ага, легко и просто. Угу. Держи карман шире. Хорошо. Против Диплокаулуса я возьму, наверное... Кого взять-то здесь? Блин. Ну ведь не хищников же брать. 40 уровня. Ладно, возьму аргентинозавра и возьму... Против него-то кого взять-то? Твою ж налево. Блин, у меня неужели ни одного... Нет, есть у меня этот... Колоборин, Халанка, Гатса, но это все ерунда. Они не канают. Кого же взять-то, а? Ладно. Трицерата соберу, ребят. Уж не знаю, что у нас получится. Берем бонус. Сейчас посмотрим. Так, ага, одна атака. И плюс он с собой взял, да, одну? Давай проверим, так. Три. Ничего, ребята, не стал делать. Погнали.
Блин, не пробью, по-моему, да? Оу. Пробил. Так, ну что, пеликанимим, сколько у тебя тащи? 4. 83 атаки. Сколько он потратит? 3. То есть вырубает, да, получается? 266 хп. Все, ему кранты, по-моему. Вырубим. Замечательно, друзья, замечательно. Так, продолжаем с тобой драки, поединки. Продолжить. Стигоцефал. Я возьму, наверное, Лимнасцелиса и... Блин, так хочется как Лабуринха взять, но... Но не буду. Бонитозавра, что ли? Блин, ну ведь этот же Ютараптор расфигачит ведь. Ведь 100% расфигачит. Ладно, возьму... Гуанву нет уже брать, ну не вариант. Ай-яй-яй-яй-яй, что же сделать-то, а? Ладно. Так и так. Поехали. Что-то мне подсказывает, что он поменяет. Что-то мне подскажет, что он поменяет вот на этого. Возьму бонус. Сейчас заодно и глянем, сколько он будет наносить урона. 149. Недурно. Недурно. Так, ну что, меняем тогда, да? И берем. Вот так вот. Ага. Опять меняет. 90, да, к атаке получается у него. Рискнуть, не рискнуть, а, друзья? 68, 68, это будет 120. Блин, то если все только пройдет у нас, только в этом случае будет идеально. Ладно, я возьму так. Ага, все-таки взял две защиты, да? Все-таки взял две защиты. Но мы тоже с тобой взяли две защиты. Так, а вот теперь, да, прописываем. По полной причем. Вот я, наверное, погорячился, ребята. Вот это я погорячил. Ну, он сейчас, если что, будет сливать все здесь. А сливать он будет не кисло. 7. То есть ему 3 надо будет. Блин, я боюсь, что мы не справимся здесь. 7, да? 3 у него остается в заначке. О, аргентинозавр, как ты тут будешь драться? Сейчас ума не приложу. Да. Фейл. Да, ребят, фейл. Фейл чистой воды. Ладно. Напросились, короче, а, гаденыши. Будем теперь по-другому действовать. Не хотел я забирать алангозавра, но, видимо, придется. Окей. Да как меня достал этот кот, а? Так, подожди. Значит, против этого я возьму Лимнасцелиса. И вот так вот. Погнали. Не хочет по-хорошему, будем по-плохому. Берем бонус. Угу. Так, у него там будет, я не знаю, сколько там у него будет. Давай так вот. 4. Ну, даже если накажет. Ха.
Ну теперь-то, я думаю, пропишем ему. Готов. Ну иди сюда. С тобой у меня отдельный разговор. Пятерочку, да? Ну давай, 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 давай. Посмотрим. Четыре. Ну вот и все. Ньютораптор. Допрыгался, кузнечик. Нам достаточно одной атаки по нему. А у меня еще целых четыре. Пошел отсюда. Замечательно. Так, ну что, теперь надо еще одну битву сделать. И будет у нас с тобой куча-куча еды. Аланка и здесь Диплокаулус. Угу. Аланка и Диплокаулус. Ну, против Аланки... Так, этого мы, наверное, возьмем. Против Аланки пойдет... Вообще сюда лучше взять всех травоядников, на самом деле. Потому что что против Аланки, что против Диплокаулуса. Ну, Диплокаулус и травоядники, да, то есть рептилии и травоядники, они нейтральны, они наносят одинаковый урон. А вот здесь... Здесь, конечно, доминируем мы перед летунами. Сейчас посмотрим, что он будет делать. Меняться невыгодно ему, но он меняется... Он меняется. Еще и наносит урон мне. Я сделаю вот так, наверное. Секунду. Так, посмотрим, что он будет. Ага, атакует. Ну все, я думаю, что сейчас мне хватит силенок его ушатать. Проверочка. Да, хватит. Ну а Кеца... Ну, извини, Кеца. А, Аланка, ё-моё, почему Кеца, я думал, что... Аланка, конечно же. Аланке тоже не жить. Серьезно. Ну, сейчас ты у меня всхлопочешь. Все. Нормуль, нормуль. Подрались, как говорится, от души. Довольно легко, но, ребят, не все время же, да, как говорится, мне люлей получать. Вспомни прошлую серию, я аж... Просто офонаревший был. Хавчик, хавчик никогда не будет лишним. Плюс 130 очков доверий. Вот так вот. Так, отправить Оуна. Здесь мы забираем с тобой остатки роскоши. Примите участие в PvP и собрать моды. Вот моды соберем. Блин, а все равно ежедневки у меня не получится сделать. К сожалению. Только лишь из-за того, что... Билеты там какие-то. Карточки мы не сможем открыть. Так, отключает мод вражеского существа. Следующий давай. Что там выпадет сейчас? Увеличивает запас у всех союзных существ на 500. Отлично. Так, забрали. Купите билеты на розыгрыш. Да что за билет это все-таки, не могу понять. А, можно, ребята, ну надо посмотреть рекламу. Все, да, по-моему. Выполнил же. Выполнил. Так, и принять в ПВПшке. ПВПшка. Так, что нам здесь выбрать? Водную я возьму. Давно мы с тобой в воде не барахтались. Так что давай. Артакантуса. Возьму Ромалиозавра и Архелона. И поплыли. Сейчас посмотрим, кто у нас тут будет соперником. Ну, давай, давай, давай. Докозавр, Литсихтис и Геоласмозавр, что-то такое. Это кто, обезьянка, что ли? Так, ладно, сейчас не до шуток. Так, что, я думаю, надо две атаки бомбануть. Хотя тут бы одной было достаточно, но фиг с ним. Следующее, Литсихтис. Я думаю, что ему ничего не светит против меня. Абсолютно ничего. А мне достаточно две атаки по нему, да, провести. Угу.
одно хп осталось. Всего лишь одно хп. Ну давай смотреть, что мы делать. Да ничего не получится у тебя, парень. Что ты выделываешься? Так, сделаем. И вот так. Оу, щит. Да. Немножко лопухнулся. Ладно, ничего страшного. Он даже ничего не стал делать. Пум-пум-пум. Раз, два, три, четыре. Пять. Окей, завалили. И это у нас гибрид. Геолосмозавр. 813 к атаке, серьезно? Воу-воу-воу. Тише, парень, тише. Не надо буянить. Так, а у нас эти-то, надеюсь. О-о-о-о. Все, приплыли. Приплыли, друзья мои. Хотя, подожди. Так, 868, да? 7. О, 1220 к атаке. Что-то мне ж поплохело, ребят. Мне... 1220 к атаке. Но я думаю, что защиту он взял по полной. Конечно же. Тут ничего мне не поможет. Даже если бы я вставал в блок, ребята, это бесполезняк. Ты посмотри сам. Ты еще... Оу, да. 10, почти 11 тысяч урона, прикинь, нанес мне. Ну, что ты хочешь? Обычный против, извини меня, гибрида. Это, конечно, не вариант вообще. Ну что, забираем. Подожди, мне надо забрать награды. Так, и наш ежедневный пак. Деньги, еда, доллары и ДНК. 95 очков доверия. Кстати, уже 5000 мы насобирали с тобой очков доверия, так что еще немножечко, и у нас будет золотой пак. Так, а что у нас тут? Вывести. Вывести это мне не надо. Разместить. О, здесь вот удобненько. Подожди, нет, сюда лучше ставить с бонусами. Так что это мы... Да куда ж ты там, а? Ее где-нибудь вот здесь, наверное, будет нормально поставить, да, по идее? Вот здесь вот ей самое будет место. Пускай стоит. Ну все, вроде бы, друзья. Больше я здесь пока сделать ничего не смогу. Чудовище глубин, денежная борьба, визит важной персоны, схватка редких через один день, через один день. Водная волна тоже через один день, 16 часов. Так, что скрывается внизу? Это будет через 2 дня, через... Вот что мне нравится, что здесь все прописано. А битва титанов через 20 дней. То есть это ближе к концу месяца, да? Битва титанов. Там, наверное, супер-пупер элитные чуваки выходят и начинают колбаситься. Так, у нас здесь пусто? Пусто. Кого будем выводить? Кто нам нужен, а? Анкилозавр. Ага, вот его надо вывести, это обязательно. Чтобы он там не торчал просто у нас. Редкие, редкие, супер редкие. У нас, кстати, очень мало летающих. Хороших летающих. Почему так дорого стоит, а? Кеца. Тоже за эти, да, у нас
Элосмотерий пока прибережем. Капразух. Геликоприон. Ихтиостега. Прианозух. Эти чувачки у нас будут с тобой открыты все, и мы их сможем потом рано или поздно вот так вот получать в легкой форме, прикинь. Скафагнат, глиптодон, тиранозавр. А что нужно для того, чтобы он открылся, извини меня? Я не знаю. Чего еще-то вывести-то? Господи, я даже не знаю, что нам нужно. Тропиагнат, нет, тропиагнат мне... Слушай, а у нас этот есть? Тиран-титан. Ну, пускай тиран-титан у нас тут будет. И пеликанимим, блин. Там же, по-моему, их нужно несколько, да? Чтобы тоже сделать гибрид. Так, ну что, друзья мои, на этом я, пожалуй, буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!